В апреле и в мае в Даугавпилсе проходят ежегодные Дни искусств. Это добрая традиция, которая в этом году празднует свой 50-летний юбилей, к сожалению, обусловлена пандемией коронавируса, поэтому многие выставки и события проходят в измененном формате. Экспозиции размещены в витринах, на отдельных уличных стендах или в интернете. Однако, если ограничения будут сняты, то музеи и выставочные залы с радостью примут посетителей. Дни искусств стартовали музыкально-художественным перформансом в витрине Дома Единства. На перекрестке улиц Гимназии и Сесаулас можно было услышать задорную музыку в исполнении профессионального духового оркестра Даугава и талантливых аккордеонистов, а художницы Нелла Эдзалба и Вера Семенова создали весеннюю творческую инсталляцию. Выставки за стеклом также можно посмотреть в новом корпусе Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств Саулас Школа, в центре гончарного искусства на улице 18 номер 8, на стендах и витринах Дома Единства. В цифровом формате можно смотреть работы преподавателей и учеников Даугавпилсского университета, а также выставки русского и польского центров культуры. Для любителей творчества предлагаются разные конкурсы. Например, фотоакция «Поймай цвет», в рамках которой любой желающий может попробовать себя в роли охотника за фиолетовым и розовым цветом. Фотографии с акцентом на эти краски можно присылать на электронную почту Управления культуры. Авторов лучших снимков ожидают сюрпризы. Даугавпилсский краеведческий художественный музей, арт-центр имени Марка Ротко и другие выставочные пространства подготовили новые экспозиции и надеются порадовать своих гостей уже в ближайшее время, если на уровне государства будет принято решение о смягчении условий по борьбе с распространением COVID-19. Краеведческий художественный музей также надеется создать отдельную зону творчества в своем внутреннем дворике, где дети и взрослые смогут расширить свои познания в искусстве и создать общую картину. Официально Дни искусств Даугавпилса продлятся до 14 мая, поэтому очное посещение многих мест остается весьма вероятным. Полная программа Дни искусств 2021 доступна на портале Даугавпилсского самоуправления daugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.